В связи с празднованием 8-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, в Калмыкию прибыл ансамбль народных песен и танцев из Донецкой Народной Республики «Околица». Перед выступлением артисты рассказали о своих достижениях и поделились впечатлениями о визите, в составе которого вокальная, хореографическая, инструментальная группы. Творческий коллектив неоднократно становился лауреатом международных конкурсов. Мы сегодня приехали порадовать жителей Элисты нашим творчеством. Наше творчество, конечно же, народное творчество. В нашу программу входят как народные русские песни, так и танцы. И сегодня мы представим несколько номеров на площади. Это интересные, колоритные, яркие номера. Ну и хотелось бы все-таки порадовать жителей ваших нашим творчеством.